My name is Rachel from Crossref, and I wanted to welcome you to the to this webinar on Crossref Crossref reporting. And the webinar will be presented by André Zolkover from Internauka. So thank you for the webinar today. Добрый день, Рэйчел. Добрый день, коллеги. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы продолжим серию интернет-вебинаров, связанных с регистрацией DOI и регистрационным агентством Crossref. Сегодня мы проведем вебинар, который посвящен вопросам отчетности Crossref. На наш вебинар зарегистрировано более 200 участников из Украины, Грузии, Азербайджана и других стран, поэтому мы проведем его на русском языке. Организаторами данного вебинара являются регистрационное агентство Crossref и издательский дом Интернаука. Спикерами выступает Рэйчел Ами, регистрационное агентство Crossref, и Залковер Андрей, издательский дом Интернаука, амбассадор Crossref в Украине. На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы. Crossref как регистратор цифровых идентификаторов и непосредственно отчетности. Resolution Report, Conflict Report, Depositor Report, Field Missing Metadata Report, DOI Crawler Report, DOI Error Report, Crossref Status Page. И также у вас будет возможность задать в конце вопросы, на которые мы постараемся дать ответы. Этот вебинар будет записан и размещен на YouTube-канале Crossref. Ссылку видите на мониторе. И также на YouTube-канале Интернауки, ссылка которой также представлена на данном слайде. Во время вебинара вы можете задавать вопросы, связанные с Crossref и DOI, в чат, который у вас есть возможность. И мы дадим ответы на них. Первый наш вопрос – это Crossref как регистратор цифровых идентификаторов. Официально сообщество Crossref зарегистрировано как Publisher International Linking Association, PILA, в Нью-Йорке. Ссылки на свидетельство о регистрации, а также нормативно-правовые акты, согласно которым действует PILA, вы можете найти по ссылке, которая представлена сейчас на слайде. Crossref управляется советом директоров, который собирается 3 раза в год и контролирует организацию, определяя стратегические направления ее развития. Совет директоров избирается всеми членами Crossref в режиме онлайн, а результаты выборов объявляются на ежегодной бизнес-встрече во время конференции Crossref Live каждый ноябрь. Любой член организации может подать заявку на участие в выборах и войти в совет директоров. Регистрационное агентство Crossref является одним из 10 агентств, которые уполномочены на регистрацию DOI. И непосредственно занимаются регистрацией DOI для научного контента. Очень много вопросов поступает, каким образом издательству начать присваивать DOI. Для того, чтобы начать присваивать DOI, издательству необходимо заключить контракт с PILA и стать ее членом. Также у издательств есть возможность заключить контракт с так называемой спонсорской организацией PILA. Контракт с этой организацией является равносильным прямому контракту с PILA и предоставляет издательству тот же объем прав и возможностей. На 18 апреля 2019 года, то есть на сегодня, функционирует 99 спонсорских организаций в 38 странах мира. Интернаука является спонсорской организацией Crossref в Украине. Подробная информация о сотрудничестве с издательским домом Интернаука представлена по ссылке, которую вы сейчас видите на слайде. И также вопросы относительно регистрации и присоединения к PILA были рассмотрены в вебинаре DOI в современной научной коммуникации, ссылку которую вы сейчас также видите на мониторе. После того, как организация заключит контракты
и либо с ПИЛа, либо со спонсорской организации, ей будет присвоен индивидуальный префикс DOI, который вносится в реестр CrossRef. Также предоставляется организации логин и пароль для внесения метаданных и регистрации суффиксов DOI. Также более подробная эта вся информация была рассмотрена на вебинаре, который был проведен совместно с CrossRef. Для присвоения DOI организации необходимо передать в CrossRef метаданные в XML-формате. Вы можете самостоятельно сформировать XML-файл или воспользоваться сервисами CrossRef для формирования и передачи метаданных в XML-формате. На данный момент это возможно сделать с помощью системы WebDeposit и Metadata Manager. Всем организациям, которые работают с издательским домом Интернука, предоставляется пошаговая инструкция по присвоению DOI. Подробная видеоинструкция на русском языке по регистрации DOI с помощью системы WebDeposit представлена на YouTube-канале Интернаука по следующей ссылке, которую вы видите на данном слайде. Для научных журналов, которые используют платформу OGS, предусмотрен плагин, который позволяет присваивать DOI в автоматическом режиме. Процесс присвоения DOI для журналов на платформе OGS также рассматривался на вебинаре. И доступ к нему вы можете получить, зайдя по ссылке на YouTube-канал Интернауки. Итак, перейдем непосредственно к отчетам. Первый отчет – это Resolution Report. Это его внешний вид, так он выглядит. Отчет, как мы его будем называть, отчет о разрешениях, Resolution Report. Отчеты о разрешениях рассылаются по электронной почте в начале каждого месяца и содержат статистические данные о разрешениях DOI за предыдущий месяц. Для каждого префикса DOI создается отдельный отчет. Статистика основана на количестве разрешений DOI через прокси-сервис DOI. Эта статистика дает представление о трафике, генерируемом пользователем, которые переходят по DOI. Ссылки DOI в основном взяты из ссылок в журнальных статьях других издателей, но также учитываются ссылки DOI из баз данных, ссылки из библиотек, которые используют DOI, и также DOI, которые используются в печатных версиях. Что такое resolution, или как мы называем, разрешение? Когда исследователь нажимает на ссылку DOI для статьи, это считается одним разрешением. Например, нажатие на ссылку, которую вы сейчас видите на в данном слайде, считается одним разрешением для издателя, так как это издатель был Интернаука, значит, для Интернауки является одним разрешением. CrossRef не фиксирует информацию о том, кто этот пользователь или откуда он пришел. Информация о разрешениях DOI фиксируется в журнале на веб-сервере doi.org, который ведется от имени Международного фонда DOI. Составляющие Resolution Report. Первый блок Resolution Report состоит из данных о разрешениях для конкретного префикса. Он состоит из Resolution Attempts, информация в котором говорит о том, сколько раз кто-то нажимал на один из ваших DOI, чтобы добраться к опубликованному контенту. И Resolution Successes. То есть сколько раз или сколько попыток человек, который нажимал на DOI, был успешно доставлен контенту, который он ищет. В идеале успешные разрешения должны быть близки к попыткам разрешения. Также в этом блоке дается общее количество разрешений для всех участников. И показывают общее количество попыток resolution для всех участников CrossRef. И каждый участник может видеть, сколько людей нажимает на DOI для всех организаций, которые являются членами CrossRef. На сегодня это уже более 12 тысяч организаций. Следующая информация, которая представлена в этом отчете, это информация о удаленных из расчета разрешениях. Отчеты о разрешениях направлены на то, чтобы посмотреть реальные клики на DOI. Так как существует довольно большое количество сканеров, поисковых систем, компьютеров, которые читают, так можно сказать, сканируют сайты издателей и автоматически
генерируют клики DOI. CrossRef пытается удалить эти сгенерированные клики из использования в этом отчете, чтобы каждый член более четко понимал представление о том, сколько раз читатели приходят к контенту и нажимают DOI. Следующим блоком, который представлен в данном отчете, является топ-10 DOI для данного издания. Это список самых популярных DOI, которые были успешно просмотрены, и статистика по этим просмотрам, по этим обращениям к этим DOI. Следующий блок – это статистика по изданию. Вы ее сейчас видите на мониторе. Мы постарались расшифровать те данные, которые есть в этом блоке. И важным показателем в отчете является частота сбоев разрешения, the failed DOI. Идеальная частота отказов составляет 0, но 2-3% является допустимой нормой. У издателей, которые являются новыми членами CrossRef или которые создали небольшое количество DOI, может быть довольно высокий процент отказов. Например, у издателя, который зарегистрировал 10 DOI, у него появляется один отказ и 9 успешных ссылок, у него будет 10% отказов. Все отказы вы можете видеть в файле, который прилагается к этому отчету. И мы показали, где он находится, этот файл, который вы можете скачать. Этот файл содержит список всех неудачных попыток разрешения DOI за месяц. Мы советуем вам просматривать ежемесячно этот файл, если он у вас есть, и обращать внимание, анализировать, почему у вас были отказы по ссылкам. Они могут быть у вас по ряду причин. Вот мы выделили советы по DOI, по которым были отказы. Если активный DOI появляется в вашем списке неудачных DOI, проверьте, когда был он депонирован. Например, если DOI был сдан на хранение 18 числа, любые попытки разрешения до 18 числа появятся в вашем отчете сбоев. Второй блок – это не все DOI, которые включены в отчет сбоя, являются активными. То есть DOI, которые были опубликованы. И, возможно, причины сбоя включают в себя следующие. Недепонированный DOI. То есть DOI был распространен, но не зарегистрирован в CrossRef. Любые DOI, которые были опубликованы, должны быть депонированы и как можно скорее, чтобы... Пользователь может иногда делать ошибки при наборе или вставке DOI. Эти сбои появятся в вашем отчете, и по большей части вы их можете проигнорировать. Ну, если ваш отчет часто содержит информацию о сбоях, проверьте, как отображаются ваши DOI. Мы привели ряд распространенных ошибок на данном слайде. Тут вы можете увидеть, что довольно часто пользователи могут путать 0 и О, 1 и букву I, точку могут не ставить в конце. Мы вам советуем проанализировать эту информацию и использовать при формировании суффиксов. Следующий наш отчет – это Conflict Report, или мы его называем отчет о конфликтах. Конфликты в системе CrossRef возникают, когда два или более DOI совместно используют одни и те же библиографические данные. Конфликты обычно помечаются при внесении депозита. В некоторых ситуациях этого не происходит и создается пропущенный конфликт. Причиной пропущенного конфликта, как правило, является дублирование метаданных для одного и того же элемента. Например, DOI A, который был сдан на хранение с датой публикации в интернете 2011 года, и DOI B, который сдан с публикацией на хранение в 1972 году. Отчет о конфликтах включает в себя информацию о конфликтах, которые были созданы членами. Сведения о конфликте могут быть просмотрены участниками в виде XML-файла или по заголовку в виде
простого текстового отчета. Мы привели ссылку, где вы можете ознакомиться с конфликтами для всех организаций Кросрев. Если вы не находите в этом конфликте, в этой ссылке свою организацию, значит, ваша организация не допускает конфликтов, и вы все делаете правильно. Это очень хорошо. Чтобы получить полную информацию про все конфликты вашей организации, извлеките XML-файл, нажав на его название, справа от названия члена Кросрев. В XML-файле будут перечислены все конфликты для выбранного префикса с подробной информацией о каждом конфликте, включая DOI и основные метаданные. Мы привели пример конфликтной ситуации, которая возникла у одного из издателей. Также вы можете изучить конфликты для конкретной публикации, нажав на название в расширенном представлении. Это отобразит текстовую информацию, в котором представлены ряд параметров по данному конфликту. Также вы их можете изучить на данном слайде. Отчет о пропущенных конфликтах. Чтобы получить отчет о пропущенном конфликте, вам необходимо найти необходимый журнал ProSable Title List или список доступных изданий с помощью функции поиска. Это вы можете сделать по ссылке, которая указана на данном экране. Выбрать значок в правой части заголовка «синюю стрелочку», и интерфейс пропущенных конфликтов появится в всплывающем окне. Необходимо ввести адрес электронной почты в всплывающее окно, и несколько идентификаторов заголовков могут быть включены в один запрос, если вам это необходимо. Отчет будет отправлен по электронной почте на адрес, указанный в шаге номер 3. В этом отчете перечислены все DOI с одинаковыми названиями статей и одинаковыми метаданными, которые не были помечены как конфликтные. На данном слайде мы показали Browsable Title List. Это как раз список доступных изданий. Вы видите ссылку, по которой вы можете перейти и ознакомиться со всеми изданиями, которые внесены в Кросрев. Тут представлены и журналы, и книги, и конференции в алфавитном порядке. Это очень удобный сервис, с помощью которого организации могут искать доступные данные с помощью поиска, либо по жанру, либо по типу поиска, по названию, по ICCN, по ICBN или по издателю. При поиске определенного заголовка, если вам надо конкретное какое-то название, мы советуем вам взять в кавычки название, если вы знаете, что вы ищете, или выполнить поиск по ICCN. Данный отчет также доступен в формате, в файловом формате, и адрес отчета, по которому вы можете его скачать, также представлен по ссылке внизу этого слайда. Следующий наш отчет – это Depository Reports, или как мы его называем, депозитный отчет. В депозитных отчетах перечисляются все DOI, депонированные в разрезе каждого издателя и издания. Отчеты доступны для журналов, книг, материалов конференций. Мы выделили ссылки для каждого из этих компонентов на данном слайде. Если вы перейдете по ссылке, вы увидите начальный вид этого отчета, который включает в себя название члена Кросрев, количество научных материалов, которые депонированы членом Кросрев, и отчет о данных, которых не хватает. Вы можете на него перейти, нажав на зеленую стрелочку рядом с каждым префиксом. Чтобы использовать этот отчет, вы можете нажать на имя издателя, и список изданий этого издателя будет развернут ниже и будет представлен в расширенном виде, в котором будет название каждого издания,
общее количество DOI, зарегистрированных для каждого издания, и дата последнего сканирования. Если сканер CrossRef проходил ваше издание, и если это доступная информация. При нажатии на заголовок издания осуществляется переход на список всех зарегистрированных DOI. И вы можете увидеть все DOI, которые зарегистрированы для этого издания. Отчет об отсутствующих метаданных. Этот отчет содержит подробную информацию о заполнении метаданных или об отсутствующих метаданных. Вы можете получить к нему доступ, как было сказано ранее, нажав зеленую стрелочку рядом с каждым издателем. Проверяется ряд полей, и если эти поля более чем 0, выделяются красным цветом и количество отсутствующих метаданных. Если вы выберете название этого издания, это приведет вас к получению списка DOI для этого издания с обозначением полей, которые отсутствуют для каждого DOI. Например, для DOI в отчете, который представлен на данной презентации, не хватает страниц и информации об авторе. Несмотря на то, что при регистрации депозитов CrossRef некоторые библиографические метаданные являются необязательными для регистрации DOI, мы рекомендуем всем членам CrossRef регистрировать полные метаданные для каждого депонированного DOI. CrossRef тестирует большое количество DOI для обеспечения разрешения. И для каждого просканированного журнала делается выборка DOI, которая составляет 5% от общего количества DOI в журнале. Максимум до 50 DOI. Выбранные DOI охватывают префиксы и проблемы. Результаты заносятся в отчет Crawler, доступ к которому осуществляется из расширенного представления депозитный отчет. Если заголовок был просканирован, в соответствующем столбце отображается дата последнего сканирования. Отсканированные DOI, которые генерируют ошибки, будут выделены жирным шрифтом. Вы это видите на данном слайде. Здесь представлен, на данном слайде представлен этот отчет и параметры, которые он включает. Для более детального анализа вы можете выбрать любое из этих значений и посмотреть более детально, какие допущены ошибки. Также возможно повторное сканирование. Для этого необходимо нажать на кнопку Re-Crawl и ввести адрес электронной почты для повторного сканирования. Также отсутствующие метаданные вы можете увидеть в отчетах об участии. Ссылка на него приведена на данном слайде. Это очень удобный отчет, который позволяет делать поиск по публикациям, по фильтру времени, по типу контенту и анализировать просмотренные результаты. DOI Error Report или отчет об ошибках DOI. В отчете об ошибках DOI собраны все неразрешенные ошибки DOI, о которых сообщили конечные пользователи. Когда пользователь пытается разрешить или пройти на DOI, который не был депонирован, он доставляется в веб-форму, которая позволяет ему предоставить информацию о DOI, который он пытается разрешить. Если кто-то из пользователей отправит отчет для DOI с вашим префиксом, CrossRef, система CrossRef отправит вам по электронной почте отчет, который будет содержать сведения, предоставленные пользователем. Обнаруженные ошибки записываются в файл и содержат ряд данных, которые будут вам направлены. Любые DOI, найденные в этом отчете, должны быть как можно скорее депонированы. И при депонировании DOI все пользователи, которые сообщили о DOI, как неопубликованном, автоматически получат уведомление о том, что DOI активен. Ошибки DOI сообщаются по ряду причин. DOI был опубликован, но не был депонирован. Опубликованный DOI не соответствует депонированному DOI. DOI был сдан на хранение, но не разрешен к правильному элементу. И конечный пользователь
неправильно набрал или скопировал DOI. Как правило, примерно 2/3 зарегистрированных ошибок являются действительными проблемами, либо неактивными DOI, либо это может быть какая-то неправильная ссылка. Но существует вероятность, что сообщение ошибки является просто ошибкой, оплошностью пользователя при копировании или переходу на DOI. Мы сохраняем все зарегистрированные ошибки и при необходимости можем отправить вам отчет обо всех ошибках на электронную почту. CrossRef Status Page. Это статистические показатели CrossRef. Эта страница, которая сейчас вы видите на данном слайде, показывает статистические данные, которые для зарегистрированного контента в CrossRef. Издатели могут регистрировать различные научные материалы, о которых мы говорили на вебинаре DOI в научной коммуникации. Помимо, например, книги, это могут быть главы книг, какие-то части этой книги. Поэтому в данном отчете указывается не только количество книг зарегистрированных, например, книг зарегистрированных в DOI, а также DOI на уровне главы. Поэтому количество научных материалов DOI может отличаться от названий, зарегистрированных в DOI, от названий, зарегистрированных в CrossRef. CrossRef регистрирует большое количество типов контента. Это и стандарты, и базы данных, и диссертации, DOI для определения разделов статьи, таких как рисунок, или таблица, или компоненты DOI. Также в этой таблице вы можете получить информацию, сколько DOI зарегистрировало данные о финансировании и сколько статей имеют ссылки на них. То есть вы можете просмотреть информацию о финансировании тех или иных научных разработок. Также в этом отчете вы можете увидеть информацию о количестве ссылок cited by, то есть статей, ссылающихся на другие статьи. Cited by, напомню, это один из сервисов CrossRef, и в ближайшее время мы проведем еще один вебинар по сервисам CrossRef. Также в данном отчете есть данные, которые показывают ежемесячные данные о депозите. Текущие депозиты относятся к контенту с датами публикации в текущем календарном году плюс предыдущие два календарных года. И также депозиты backfile. Это архивные депозиты, сделанные для контента с датами публикации более чем два года назад. Например, на апрель 2019 года любой контент, опубликованный до января 2017 года, будет классифицироваться как архив backfile. На данном слайде вы видите, если мы посмотрим на 2018 год, общее количество депозитов составило 8 265 918, активных депозитов было 6 240 571 и архивных депозитов 2 25 347. Также в этом отчете вы можете получить информацию о запросах в CrossRef. Запросы происходят, когда кто-то или что-то, компьютер или человек, пытается получить идентификаторы и метаданные из системы CrossRef. Во многих случаях они пытаются найти DOI и метаданные для статьи или другого элемента контента. Этот раздел отчета показывает количество запросов, которые CrossRef получает, и сколько раз система CrossRef успешно сопоставляет информацию, которую запрашивает пользователь, с информацией, которой располагает CrossRef. Отчет разбит по типу издателей, библиотека, издатель или сторонний пользователь метаданных. На данном моменте это вся информация об отчетах CrossRef. Они могут меняться, и если будут какие-то изменения, мы обязательно будем информировать наших членов о появлении новых отчетов или изменении форм или стандартов для отчетов, которые действуют сейчас. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их написать в чат или связаться с нами по электронной почте, либо по телефонам, которые указаны на данном слайде. Мы постараемся ответить
на те вопросы, которые у вас есть, или помочь в решении этих вопросов. Спасибо вам за внимание. Готов ответить на ваши вопросы, если таковые есть. Спасибо. Vanessa and I have been answering some questions in the chat window, so now it's some time for questions if anyone has any. Да, спасибо, Рэйчел. Она говорит о том, что она ответила на часть вопросов. Также я могу вам сказать, я вижу вопросы, которые были. Будет ли этот вебинар опубликован на сайте? Да, этот вебинар будет и на сайте CrossRef, и на сайте Интернауки, и все участники данного вебинара получат отчет по электронной почте, и вы сможете ознакомиться с этим вебинаром. Также на сайте Интернауки мы подготовили информацию со всеми ссылками, которые были обозначены в данном вебинаре, и с небольшой расшифровкой по каждой из этих ссылок. Могу ли я вносить данные по статьям журнала позже периода оплаты DOI? Система оплаты в CrossRef следующая. То есть для того, чтобы вы имели возможность вносить в текущем периоде DOI, регистрировать их, вам необходимо оплатить регистрационный взнос. Если вы работаете с CrossRef, напрямую с CrossRef, этот регистрационный взнос составляет $275 и зависит от дохода вашего издательства или организации от издательской деятельности, плюс $1 за опубликованный DOI. Интернаука и другие представляют другие условия, то есть вы можете с ними ознакомиться на нашем сайте. У нас предусмотрено три варианта сотрудничества. По ссылкам, которые указаны на нашем сайте, в данной презентации, вы можете ознакомиться с условиями получения DOI в Интернауке. Необходимо ли регистрироваться на сайте CrossRef? На сайте CrossRef регистрироваться не надо. После того, когда вы определитесь, работаете вы напрямую с CrossRef, либо со спонсором, представителем CrossRef, вы заключаете договор. Либо напрямую с CrossRef, либо со спонсором. И после этого уже либо спонсор, либо CrossRef вносят вас в реестр CrossRef, поэтому вам в организации никак регистрироваться дополнительно необходимо. После регистрации вам предоставляется индивидуальный префикс и логин и пароль для того, чтобы вы могли начать работу. Будут ли еще вебинары? Да, мы планируем проводить еще вебинары по сервисам CrossRef, по личному кабинету DOI crossref.org. В данном вебинаре мы его уже не стали рассматривать. И ряд других вебинаров в 2019 и в 2020 году. Для какого сайта логин и пароль предоставляется? Предоставляется логин и пароль для регистрации XML файлов. Вы можете, как уже было ранее сказано, вы можете их зарегистрировать, сформировать самостоятельно XML файл для вашего контента и загрузить через личный кабинет doi.crossref.org. Либо с помощью системы веб-депозит, либо Metadata Manager. Во всех случаях необходим логин и пароль для того, чтобы вы могли зарегистрировать ваш контент и присвоить ему DOI.
Для OGS, если у вас настроен модуль в системе OGS для автоматического присвоения DOI, вам необходимо будет ввести также ваши учетные данные, логин и пароль для того, чтобы настроить автоматическое присвоение DOI. Более подробная информация была рассмотрена на предыдущем вебинаре, именно на вебинаре DOI в современной научной коммуникации мы рассматривали вопросы о регистрации DOI в системе OGS. Насколько важно показывать DOI в используемых статье-источниках? У CrossRef существует сервис Reference Linking. Это сервис, позволяющий определять количество ссылок, DOI, которые используются. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, чтобы помимо того, что статья имеет сам DOI, в списке литературы также использовались DOI, если они присвоены для статей. Для более чем 70% научных изданий, западных научных изданий, сейчас все эти издания используют DOI, начиная с 2010 года. Поэтому если автор ваших научных журналов пишет статьи и ссылается на эти журналы, настоятельно рекомендуем, чтобы он там указывал DOI. Если у вас есть еще вопросы, вы можете обратиться к нам по электронной почте или по телефонам, либо любым другим способом, и мы подготовим всю информацию, которая вас интересует. Также в ближайшее время мы планируем запустить форум, где будут обсуждаться вопросы, связанные с регистрацией DOI, и вопросы, связанные с сервисами CrossRef. Когда он будет запущен, все участники, естественно, будут об этом проинформированы, и все получат ссылку на это. Я благодарю всех за участие в данном вебинаре. Спасибо нашим партнерам из CrossRef. Спасибо, Рэйчел. Спасибо, Ванесса. На этом мы будем заканчивать. Всего доброго. Спасибо. So we will make the recording and make it available for anyone to access. But thank you to everyone for joining the webinar today. And again, thank you, Andre and Internalka for the help. Спасибо.